Приветствую всех любителей рыбалки на моем канале. Сегодня я провожу тест реакции карася на тесто с молотыми анисовыми семечками. Как приготовить тесто с анисовыми семечками, я показал в предыдущем видео. Вот камера с кормушкой, заполненной тестом с анисовыми семечками, молотыми, я подчеркиваю, семечками, опущена в водоем. И теперь будем наблюдать реакцию рыб, если таковая будет, на это тесто. Пока, как видим, первые секунды после погружения еще муть шевелится в воде, пока рыбок не видно. Подождем, посмотрим. Тесто, в общем-то, получилось очень душистое. Первые разведчики. Вот появились, на запах пришли первые разведчики, которые тут же ретировались. А может быть, пошли звать своих. Даже скорее всего, потому что вот их становится больше. Вот первый, самый смелый, начинает пробовать. Вероятно, ему понравилось, потому что после него сразу второй подошел, попробовал. Третий подошел, попробовал. Тот, который был, опять пробивается к кормушке. Да, значит, я думаю, что тесто с молотыми анисовыми семечками карасям нравится. Трудно выговаривать. Анисовые семечки. Вот. Чтобы в будущем не ошибаться. Вот все больше и больше рыбок собирается у кормушки. Значит, можно констатировать, что карасю тесто с молотыми анисовыми семечками нравится. Как приготовить тесто, я повторюсь, я показал в предыдущем видео. Собственно, сегодня я комментарии могу закончить, дальше вы все будете видеть. Те, кто еще не подписался на мой канал, приглашаю подписываться. На моем канале будет представлено еще много видео по приготовлению приманок, прикормок, наживок, по их использованию на рыбалке, по рыбалке на различную рыбу, и на карася, и на речную рыбу, на озерную. То есть, я думаю, что на канале будет интересно. Особенно, конечно, интересна эта подводная съемка, которая очень красочная и очень привлекательная для зрителей.